Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Напоминаю, что весь декабрь идут скидки на боксы 50%. И кто еще не успел заказать, вы еще можете успеть. В сегодняшнем видео я хочу вам сделать краткое таро-гадание на тему «Сбудется ли мое желание в 2020 году?». Ведь у каждого человека наверняка есть свои желания, замыслы на следующий год. Да? То есть каждый что-то думает. У кого-то мечты, может быть, есть. И мы с вами кратко сейчас посмотрим, сбудется ваше желание или нет. Или что еще нужно вам сделать, чтобы сбылось ваше желание. Да? То есть какой шаг может быть с вашей стороны. Давайте будет 7 вариантов ответа, потому что будем делать краткое таро-гадание, в принципе. 7 такое достаточно хорошее идет число. Итак, задайте про себя вопрос именно... свое желание, да, проговорите свое желание и сбудется ли оно в 2020 году. Итак, сбудется ли ваше желание в 2020 году? Первый вариант, второй вариант, третий вариант, четвертый, пятый, шестой. И 7. Загадайте про себя свое желание и выберите именно ту карту, которая вас притягивает. Я думаю, что, наверное, каждый определился, каждый выбрал свою карту. Давайте смотреть. Итак, первый вариант. Смотрим. Здесь однозначно, да, ваше желание исполнится. У вас выпал, во-первых, старший аркан императрица. Однозначно для вас желание очень важное, да, очень ценное. Скорее всего, возможно, это у кого-то будет именно вот связано с семьей. Да? Кто-то создаст семью, кто-то выйдет замуж, кто-то женится. Кто-то удачно, может быть, вложится в бизнес. Кто-то, может быть, хочет открыть бизнес в следующем году и думает, как это сделать. Кто-то хочет, может быть, приобрести что-то, да, что-то ценное, что-то важное, то есть это и недвижимость может быть, это может быть и дом, да, ну все, что связано именно вот таким важным и ценным. Кто-то может быть хочет найти хорошую работу, стабильную, да, вот и думает, получится или нет, может быть кто-то ждет важного приглашения. И я вам могу сказать, да, что однозначно ваше желание исполнится, может быть вы его просто очень долго ждете, потому что по императрице, ну это, знаете, как это не так быстро исполняется, но это зато верно, понимаете? И здесь однозначно ваше желание в следующем году у вас исполнится. Так, смотрим второй вариант. Угу. У вас старший аркан, только у вас идет жрица. Как-то странно, странно. Сейчас посмотрим. Маловероятно, что исполнится. Но давайте посмотрим, что вам надо сделать. Потому что здесь что-то вам мешает исполниться вашему желанию. Либо женщина вам будет мешать, да, присутствует, либо какие-то ситуации будут у вас складываться, которые не будут вам давать исполнению вашего желания. Что-то вам будет мешать. То есть то, что вы еще не знаете, да, то есть то, что от вас еще скрыто. То, что вы где-то, может быть, не проверили, да, какую-то информацию, где-то либо что-то еще не узнали. И, соответственно, это у вас откроется и помешает вам. Ну, давайте посмотрим. Здесь, смотрите, связано это все-таки будет у вас, скорее всего, либо с финансами, да, либо с чьей-то помощью. То есть у вас идет два варианта развития. Чтобы исполнилось ваше желание, вы должны в первую очередь проанализировать абсолютно любые ситуации, любую вообще возможность, да, для исполнения желаний, потому что здесь карта показывает, что... Скорее всего, все-таки ваше желание откладывается, и не совсем оно исполнится в следующем году. Вы больше только, ну, может быть, поближе подойдете к своей мечте, да, поближе подойдете. Что-то вы должны еще узнать,
для того, чтобы исполнилось ваше желание. Либо собрать какую-то нужную информацию. Возможно, собрать деньги. Может быть, вы хотите купить недвижимость, но у вас не получается. Да? То есть не будет, знаете, как при сделке, потом, когда займетесь, поймете, что у вас нехватка денег. Да? То есть что-то для вас откроется неожиданное, что может немножко помешать вашему желанию. Вы будете только это все узнавать. И вы приблизитесь на шаг, но не могу сказать, чтобы в следующем году это было, к сожалению. Так, смотрим, давайте третий вариант. Я вам могу сказать так, у вас идет умеренность, тоже, кстати, старший аркан. Смотрите, у нас пока одни старшие арканы. Вы на пути к своему желанию. Но, возможно, ваше желание исполнится либо в самом конце следующего года, либо в начале уже через год. Да? У вас идет такая позиция. То есть вы твердо знаете, вы идете к своей цели, вы знаете, что ваше желание, да, оно будет исполнено, вы особо сами не торопитесь. Вы понимаете, что всему свое время, что когда придет мой час, и у меня все будет. Да, у меня все получится, у вас идет такая позиция. То есть вы спокойны в этом абсолютно, вы уже все абсолютно сделали, теперь просто остается только дождаться. И у вас желание, как я сказала, либо это исполнится уже в самом-самом конце, потому что по умеренности, ну, это очень медленно, понимаете, это не так быстро. Да? То есть здесь хотелось бы, может быть, побыстрее, но, к сожалению, умеренность, она идет очень-очень медленно. И поэтому здесь немножко надо набраться, подождать. Так, давайте четвертый вариант смотрим. Да, однозначно, кстати, опять старший аркан. Посмотрите, как у вас, да, все складывается. У вас однозначно, да, в следующем году у вас получится. Причем у вас это может быть любой момент абсолютно будет исполнено. Причем здесь... Может быть, вы мечтаете именно уехать, да, там куда-то в дальние края, у вас получится, да, либо что-то приобрести, может быть, и также создать семью. То есть то желание, которое вы загадали, однозначно исполнится. И причем здесь это может быть в любой у вас момент, то есть в течение года. Так, пятый вариант смотрим. Да. У вас тоже исполнится желание, может быть, оно не такое сильное, как вот предыдущие, да, потому что там все-таки такие у нас старшие арканы, но здесь тоже идет такая хорошая, позитивная карта. Я вижу, что у вас действительно желание исполнится, причем здесь вы не одни будете, а с вами рядом будут люди, которые вам будут помогать именно... скажем так, в исполнении вашего желания. Да? То есть здесь есть определенная поддержка, есть определенный именно настрой, есть уверенность, что мне помогут, да, что я как бы и справлюсь со всем, чтобы прийти именно к исполнению своего желания. И у вас, я могу сказать, однозначно в следующем году ваше желание исполнится. Так, давайте шестой вариант смотрим. Я могу сказать, что да, исполнится. Ваше желание будет уже исполнено в следующем году. Причем здесь желание будет зависеть, скорее всего, от либо новостей, то есть какие-то вы новости должны получить, да, что после чего у вас пойдет процесс исполнения желания. Да? Может быть, вы ждете предложение, однозначно в следующем году будет. То есть, наконец, вы получите предложение. А может быть, вы просто встретите человека, это ваше вот сильное желание встретить именно родственную душу, именно вот человека, который бы любил, понимал, да, вот такая идет позиция, однозначно это будет. Кто-то получит хорошее предложение по работе. То есть то, что вы хотите, то, что для вас вот важно, и вы очень сосредоточены на этом, потому что идет эмоциональный всплеск. То есть вы очень переживаете, получится, не получится. Я вас хочу успокоить. У вас получится в следующем году именно исполнится ваше желание. Возможно, с поддержкой именно человека. Либо человек появится, который поможет, да, то есть если вы его не знаете, будет человек, который поможет вам исполнить его. Так, ну и смотрим седьмую карту, последнюю. Семерка жезлов. Давайте сейчас я вам вытащу дополнительно, потому что как-то вы на пути к своему желанию, но как-то препятствия, постоянно какие-то препятствия у вас на исполнение, да? Что-то вам постоянно как палки вставляют, да, на вашем пути, не дают вам, но никак не дают. Что вам делать? Да отпустите вы все.
Вы слишком сосредоточены на том, чтобы исполнилось ваше желание. Слишком возможно, что даже вы, может быть, не замечаете какие-то вещи. Посмотрите иначе на свою ситуацию, на то, чтобы исполнилось ваше желание. Как говорится, под другим углом. Да? Отпустите переживания внутренние. Возможно, вы очень сильно внутренне вот настолько переживаете, настолько вот у вас такая напряженность присутствует, да? Что вот, ну, когда же исполнится, да, или что мне еще сделать? Просто все отпустите. Потому что здесь, оно будет у вас исполнение желания, когда вы сами перестанете переживать, когда вы перестанете нервничать, да, когда вы перестанете бороться за что-то. То есть вам надо просто это отпустить. И тогда оно, да, и вам легче станет, и желание будет исполнено. Вот такой вот у нас с вами получился краткий таро-прогноз на исполнение желаний в следующем году. Я вам желаю, чтобы именно все ваши желания, все ваши мечты в следующем году у вас исполнились. Как всегда, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!